В эфире информационная программа «День города» в студии Алена Куколева. Здравствуйте. Праздничным партнером нашей программы является компания «Файербах». Огромный ассортимент пиротехники, европейское качество, подарки каждому покупателю. Ракеты, фонтаны, петарды, батареи, салютов и хорошее настроение. Вы можете приобрести в магазине «Файербах» на парковке у торгового центра «Премьер». Вот о чем расскажем далее. Взрывы посреди ночи. В Рязани на улице Пушкина сгорел автомобиль. Итоги года экологии. Объем вредных выбросов в атмосферу за 2017 составляет почти 100 тысяч тонн. Предмет недовольства. Капитальный ремонт. Жительница Рязани отсудила у фонда капремонта 80 тысяч рублей. Самый короткий день в году. День зимнего солнцестояния. Приметы и исполнение желаний. В ночь со среды на четверг жители района Гороща могли наблюдать сцену, как в настоящих боевиках. На улице Пушкина взорвался внедорожник. Происшествие очевидцы засняли на камеру. Обескураженные происходящим жильцы близлежащих домов проснулись среди ночи от громких хлопков. Многие из них сняли ЧП на видео, другие выбежали на улицу, чтобы отогнать свои машины, и все граждане находились в ожидании спасателей. В 2 часа 43 минуты 21 декабря на пульт диспетчера пожарной охраны поступило сообщение о пожаре от очевидца по адресу город Рязань, улица Пушкина, дом 27. По прибытию пожарных подразделений огнем был охвачен автомобиль Toyota, а также была угроза возникновения и развития распространения пожара на соседние автомобили. В 3 часа 10 минут пожар был ликвидирован. В результате пожара огнем был уничтожен автомобиль Toyota, а также повреждены два рядом стоящих автомобиля Peugeot и Nissan. На месте пожара работала оперативно-следственная группа в составе эксперта из испытательной пожарной лаборатории. В настоящее время проводится процессуальная проверка по данному факту. Причина пожара устанавливается, выясняются все обстоятельства происшедшего события. По результатам будет принято процессуальное решение. Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Под Рязанью жители нескольких деревень оказались отрезанными от мира. Из-за дождей затопило мосты и дороги. Сводку декабрьского паводка выпустила служба МЧС. Потоп произошел и в подвале одного из домов областного центра. Там под воду ушел весь цокольный этаж. Коммунальщики, в свою очередь, на проблему не отреагировали. Подробнее расскажет Ирина Ковалева. Качеством работы жилищно-управляющей компании «Роща-1» жильцы дома номер 105А по улице Островского недовольны уже давно. В подъезде у них не убирают, но ремонт они делали сами, своими силами, 8 лет назад. Однако главная проблема на сегодняшний день состоит не в этом. И если бы через камеру можно было передать тот запах, который здесь стоит, вы бы поняли, что это дело пахнет отнюдь не керосином. Практически невыносимый запах канализации докучает жильцам этого дома уже не первый месяц. Причина этого проста и понятна. С 27 октября происходит затопление общедомового подвала, а также цокольных помещений с сточными водами. И если жильцов пока беспокоит только неприятный запах, то собственники нежилых помещений несут реальные убытки. Все они уже не раз обращались во все возможные инстанции: УЖК, городская Роща-1, администрацию города, жилищную инспекцию, Роспотребнадзор, водоканал. Однако ситуация пока не изменилась. Службы водоканала и управляющей компании практически на протяжении почти 2 месяцев бездействуют. Потому что на сегодняшний день, а сегодня у нас 21 декабря, авария не устранена. Поступление сточных вод как было, так и есть, так и продолжается. Идут одни отписки, составление актов, сборы комиссий без какого-либо видимого результата. После осмотра комиссии, которая все-таки выехала на место, было выдано заключение, что коллекторы водоканала находятся в исправном состоянии. В актах указано, что нужно произвести герметизацию подвала и откачать воду из коллекторов. Сделать это обещали до 25 декабря. Однако жильцы опасаются, что за 4 дня ничего не изменится. Отвратительный запах, полнейшая антисанитария, огромные крысы не так пугают жителей, как трещины, которые стали появляться на несущих стенах. Люди боятся, что однажды их дом просто рухнет. У соседей по квартире на 4-м этаже пошла трещина. То есть где-то усадку дает фундамент. И в квартире пошла по основной стене пошла трещина. То есть что дальше будет, я не знаю. Я думаю, что это будет такая же ситуация, как на улице, в переулке Осеннем, когда произошел взрыв. То есть люди писали, говорили о котельной, никому дела до этого не было. При очередном обследовании, это было 9 то ли 12 декабря, значит, нашли причину
ну, в смысле, место поступления вот этих вот канализационных стоков в общий подвал дома. Я сам лично там присутствовал, когда искали, откуда же идет поступление. Значит, идет поступление канализационных стоков из-под фундамента дома. Два буруна, достаточно серьезных. Мы позвонили в управляющую компанию «Городская роща-1», где нам пояснили, что наконец-то нашли причины происходящего и в ближайшее время будут предприняты действия для ее устранения. МПТС с водоканалом совместно будут скрывать асфальт, копать перед входом со стороны Островского. То есть 99% из 100, что именно повреждения на пересечении трасс водоканала и РМПТС. Все на ушах не только сегодня, но и вчера, и позавчера, с той пятницы, с вчера на пятницу. Значит, сейчас все дело рассматривалось на всех уровнях. То есть я думаю, что в эти дни ближайшие, наконец, все это дело произойдет. Там очень долго не могли найти причину основную, откуда идет поступление и так далее. То, что это извне, это однозначно. В любом случае, наша телекомпания будет поддерживать связь с жильцами, отслеживать изменения ситуации. Надеемся, что еще до Нового года люди смогут в буквальном смысле этого слова вздохнуть спокойно. Ирина Ковалева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Год экологии подходит к концу, и в четверг его итоги подводили в областной прокуратуре. Статистика печальна. Количество преступлений в сфере экологии на территории области возросло, а годовой объем вредных выбросов в атмосферу от предприятий составляет почти 100 тысяч тонн. Продолжит Марина Комиссарова. 21 декабря в прокуратуре области проведено координационное совещание руководителей правоохранительных органов. В работе совещания приняли участие губернатор области Николай Любимов, председатель Рязанской областной думы Аркадий Фомин, главный федеральный инспектор Сергей Яковлев и председатель Рязанского областного суда Елена Сапунова. В ходе рассмотрения первого вопроса повестки дня о результатах анализа состояния законности при выявлении, расследовании и профилактике экологической преступности Координационное совещание отметило, что на территории области существенно возросло количество преступлений в сфере экологии. Правонарушения в сфере экологии вызывают обычно большой общественный резонанс. Между тем, количество таких преступлений за последнее время существенно возросло. С 63 за 10 месяцев 2016 года до 83 за аналогичный период 2017. Ситуация далека от благополучия. Я считаю, что нам незамедлительно стоит принимать дополнительные меры и усиливать межведомственное взаимодействие по выявлению, расследованию и профилактике таких правонарушений. С своей стороны, регион готов оказать правоохранительным структурам всю необходимую поддержку и принять все необходимое решение. Рязань входит в 30 крупнейших городов России. На территории ее расположено более 300 предприятий различных отраслей промышленности. Непрерывное увеличение темпов незаконного потребления природных ресурсов, масштабное загрязнение окружающей среды в ходе производственных процессов создает реальную угрозу наступления экологического кризиса. Правоохранительными органами проводится работа, направленная на выявление пресечения экологических преступлений. Однако по-прежнему на территории субъекта лидирующее место среди экологических преступлений занимает незаконная рубка лесных насаждений, в меньшей степени незаконная охота и добыча водных биологических ресурсов. Несоблюдение правил охраны окружающей среды в первую очередь негативно отражается на условиях жизни и здоровья людей, экономической обстановке и создает реальную угрозу наступления экологического кризиса. Охрана окружающей среды гарантирована Конституцией Российской Федерации, а ее защита от преступных посягательств входит в число основных задач уголовного законодательства. Для решения поставленных задач требуется консолидация наших усилий. Прокурорским работникам, органам власти и местного самоуправления, правоохранительным органам необходимо более конструктивное сотрудничество. Только совместной работой мы сможем добиться положительных результатов в решении этих проблем. В подавляющем большинстве случаев поводом к проведению процессуальных проверок и возбуждению уголовных дел об экологических преступлениях служат сообщения, поступившие от граждан и должностных лиц контролирующих органов. В 2016-2017 году выявлено 14 преступлений в сфере экологии, тогда как прокурорами, неуполномоченными на осуществление такой деятельности, вдвое больше. Неполнота проведения проверочных мероприятий, принятие процессуальных решений об отказе в возбуждении уголовного дела с нарушением норм материального
процессуального права повлекли их отмену прокурорами в 117 случаях. Решение об отказе в возбуждении уголовного дела, с которыми не согласился прокурор, руководителям следственного органа не отменялись. А по ходатайствам начальника органа дознания отменено всего лишь 30% незаконных решений, что свидетельствует об отсутствии надлежащего ведомственного контроля. Изучение практики расследования уголовных дел об экологических преступлениях показало, что уполномоченными органами не всегда достигаются цели уголовного судопроизводства, в том числе в части привлечения виновных лиц к уголовной ответственности. Марина Комиссарова, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Предмет недовольства – капитальный ремонт. Речь о региональной программе, которая начала действовать в конце прошлого года. Недовольных деятельностью фонда капитального ремонта в Рязани все больше, что подтверждают нередкие случаи судебных разбирательств. На днях пресс-служба областного суда опубликовала информацию о том, что жительница Рязани отсудила у фонда капремонта 80 тысяч рублей. 2017 год показал, что не всегда хорошо проводится капитальный ремонт на квартирных домах. И нашим юристам ассоциации потребителей приходилось участвовать как в досудебных урегулированиях, так и в судебных заседаниях, когда предъявлялись требования как подрядчикам, так и фонду капитального ремонта. Судебная практика сложилась таким образом, что сейчас предъявляет требования именно региональному оператору, который несет ответственность в полном объеме за ущерб, причиненный вам в результате того, что подрядная организация, допустим, должным образом не провела ремонт, который, предположим, привел к залитию вашей квартиры. Бледно-желтый фасад дома номер 39 по улице Островского – единственное позитивное свидетельство прошедшего здесь капитального ремонта. За обновленный внешний вид при никак не устраненных и даже обострившихся проблемах с канализацией жильцы дома называют свой район потемкинскими деревнями. Вот губернатор призывает, чтобы фонд этого жилищного капитального ремонта работал вплотную с жильцами, с собственниками. Ну, вроде бы, чего сложного? Понятно все. Лет 10 уже мы про эту канализацию говорим. Вот приходит с управляющей компанией, зачем им прочищать трубу? Он берет дырку, пробил, отверстие в этой, и все. С потолка верхнего этажа из-за высокой влажности осыпается штукатурка, падает кусками. Зловонный пар из канализации проникает в квартиры. Ну, то, что у нас рвется постоянно, постоянно. Мы вызываем 2-3 раза в неделю мастеров, вот этого Антона, мы его зовем. Из подъезда нельзя выйти, из квартиры выйти просто нельзя. Соседнюю квартиру не видно. И вот это вот вся вот. Проблемы с канализацией мучат жильцов дома много лет. И капитальный ремонт был их последней надеждой. Ссылки представителей данного фонда, что они несут ответственность только в размере тех средств, которые с вас собрали, они безосновательны. Практика районных судов, областного Рязанского суда, а также Верховного суда Российской Федерации показывает, что именно требования предъявляются региональному оператору. Этому дому далеко за 50. Построенный в 62-м году, он, что неудивительно, требует вложений и замены многих систем. Облупившийся фасад, обваливающиеся балконы – это первое, что бросается в глаза. Но суть проблемы куда глубже, чем внешний вид. Фонд капитального ремонта по каким критериям устанавливает очередность этого ремонта, до сих пор непонятно. У нас дом 62-го года, то есть ему далеко за 50. А дома, которые построены раньше, они уже отремонтированы. В начале года жильцы дома номер 85 по улице Гагарина очень радовались. Капитальный ремонт их жилища предполагался в этом году. Но когда рабочие закончили свои дела, от эйфории не осталось и следа. Козырьки дома короткие, на них зимой нарастают глыбы льда. И по желаниям жильцов вернуть старые козырьки никто не внемлет. Порожек возле подъезда тоже вызывает вопросы. Сделали у нас вот эти вот порожки типа, как бы ступеньку вот эту сделали. Она совершенно не нужна, потому что зазор между дверью и вот этим порожком, ну, где-то сантиметра 2-3. То есть при обильном снегопаде мы не сможем из подъезда даже выйти. Особые вопросы вызывают трубы теплоснабжения. Не только капитальные, но никакой ремонт их почему-то не коснулся. Лежат они прямо возле стены безо всякой изоляции. У нас вдоль дома от выхода из колодца теплосети вдоль дома на 3 подъезда идет 2 трубы теплосети до входа в элеватор. То есть под эти они лежат в нарушении всех правил СНИПа практически у стены, вы сейчас это увидите, и на земле. Жильцы пишут множество обращений, но из одной инстанции их направляют в другую, поясняя, что не ответственны за капремонт. Капитальный ремонт делается всего раз в жизни, говорят жители дома, и за тот результат, который
которые они получили, собственники квартир будут ежемесячно платить еще 30 лет. Вот только молчать люди не собираются. Они планируют добиться справедливости. Рязанская область стала победителем всероссийской акции «Зарядка с чемпионом». Она проходила в течение осени во всех образовательных организациях страны. Центральным мероприятием в Рязани стала зарядка на стадионе «Олимпиец». Под руководством известных спортсменов более 3000 рязанских студентов вышли на массовые занятия физкультурой. По итогам года в номинации «За отличную организацию всероссийской акции «Зарядка с чемпионом» победителем стало Министерство молодежной политики, физкультуры и спорта Рязанской области. 21 декабря – день зимнего солнцестояния. Это самая длинная ночь в году. Теперь с каждым днем светлая часть суток будет только увеличиваться. Световой день 21 декабря составил всего 7 часов. Уже в 16:00 солнце скрылось за горизонтом. А в 19:30 по московскому времени в северном полушарии Земли наступает астрономическая зима. Для большинства народов по всему миру с астрономическими циклами были связаны множество обрядов. В Древней Руси, например, в день зимнего солнцестояния пытались задобрить божество холода и мрака. Позднее традиция изменилась, и праздник стал олицетворять победу добра над злом, так же, как света над тьмой. В современном мире астрологи рекомендуют обратить на этот день особое внимание. Тогда будущее может оказаться весьма радостным и светлым. Для начала именно 21 декабря желательно избавиться от всех ненужных вещей и произвести уборку в квартире. Убирать квартиру, мыть пол и по уголкам насыпать по щепотке соли в квартире. Да. Соль, она как бы вот вбирает в себя весь негатив, и потом, когда мы там уже через какой-то срок будем убирать квартиру к Новому году, мы просто всю эту соль там выметаем, убираем, у нас квартира остается чистая. В этот день также можно избавиться от ненужных людей и обременяющих ситуаций. Главное – с правильным настроением подойти к процессу. Для того, чтобы что-то убрать, от чего-то избавиться, мы пишем это на бумажке и торжественно сжигаем и выкидываем, развеиваем, что называется, по ветру. Но это надо делать после захода солнца. Для того, чтобы что-либо сбылось, то же самое мы это пишем на бумажке, при свечах, загадываем и куда-то сами от себя потом этот листочек убираем. Для вот того, чтобы желания сбывались, очень важен именно этот самый эмоциональный посыл и плюс еще экологичность самого желания, чтобы как бы наше желание все-таки как-то так не причиняло вреда никому. А то иной раз такого готовы пожелать, что называется, весь мир там может быть в руинах, а у меня все будет хорошо. Так не бывает. Во время написания желания или освобождения от всего ненужного астрологи рекомендуют оказаться в комнате со своими мыслями один на один, чтобы никто не мог вам помешать. Загадывать желание нужно в состоянии куража, испытывая массу положительных эмоций. Для этого можно попробовать вспомнить лучшие моменты из жизни, подумать о вечном или представить свое желание исполненным. Бумажку со своими мыслями нужно спрятать от самого себя, и, скорее всего, она найдется спустя год, как раз к следующему зимнему солнцестоянию. Те, кто обратит на все эти наставления внимание, в течение года могут получить свой заветный приз или максимально приблизиться к нему. Анна Герцовская, Вячеслав Фролкин, телекомпания «Город». В МЧС предупреждают, вечером в четверг и утром в пятницу на территории Рязанской области ожидается местами налипание мокрого снега, ухудшение видимости из-за обильных осадков в отдельных районах туман. Водители просят быть внимательными и осторожными. На дорогах, возможно, гололедица. И на этом у меня все. Напомню, что все новости вы также можете смотреть на нашем сайте город62.тв. Я прощаюсь с вами до завтра. Хорошего завершения дня. Жилой комплекс «Рассвет» в Дядьково – это пилотный проект фонда «Центр поддержки предпринимательства Рязанского муниципального района». Сбалансированные планировки одно- и двухкомнатных квартир, высокий уровень строительных и отделочных работ являются неоспоримым преимуществом данного проекта. Хорошая транспортная доступность и развитая инфраструктура в сочетании с тишиной и экологичностью загородной жизни. До конца октября действует акция «Скидка 3000 рублей с квадратного метра на квартиры на пятом этаже». Приезжайте, выбирайте, покупайте, живите, радуйтесь! Внимание, внимание! Сообщаем сводку от Новый год Информбюро. Сегодня войска Деда Мороза обнаружили группировку настоящих европейских салютов. Город Рязань, торгово-развлекательный центр, премьер, павильон на парковке. Салюты были окружены и сейчас сдаются на наших условиях. 50% от суммы покупки каждому покупателю в подарок. Успей! Будем держать акцию до 27 декабря. Повторяю дислокацию. ТЦ «Премьер», павильон на парковке.